выглядит так, будто бы эта карта для тех, кто возвращается оттуда. Да, да. Странно, я думал, что мы вверху, а мы внизу, оказывается. А, все правильно. И идем мы на... Нет, ничего неправильно. Ну, все правильно. Направо идем. Просто сейчас карта перевернута, раньше не смотрели. А, север внизу, вот почему мне сбивает с толку. Все, да, теперь все правильно. Идем направо. Да. Пойдем сюда. Это прикольно. Я не залежу. Может, и так, и так пройти. Вообще, нам в эту сторону. Все правильно. Машин тут меньше. Наверное, во время дождя тут скользко. Да. Я чувствую. Сейчас важно. Инструкция о том, как отличить следы медведя от следов других животных. Там что-то было про деревья. Что деревья были спилены, что-то так. А про следы я не успею прочитать. По-английски? Да, конечно, по-английски. По-японски такие слова бы не знала. Много слов знаешь? Ты знаешь? Да, нет, спасибо. Добрый день, добрый вечер. И спокойной еще ты знаешь? До свидания. Там, тут. Там, тут, это, а, то. Потом дайте, пожалуйста. Ну вот, когда полицейский предложил пойти вместе, тоже стало понятно. Пойдем со мной. Да. Или, или пойдемте вместе. Или я пойду с вами. Нет, он сейчас вместе. Угу. Ну, 1, 2 до 10 ты мы считать умеем. Я имею в виду 2 или 1. Это ученик, это цифры, как бы. А, там, допустим, два вида. Ситуация и ситуация. Вот так. Потом четверо, ладно, чуть-чуть. Извините, простите. Помогите. Ну, конечно же, спасибо. Это видео на ходу. Это такое популярное слово, что его даже учить не надо. Его здесь все постоянно говорят. А, ну еще, извините, тоже часто слышно. А извините, я не различаю, как оно звучит. Сунь-масэн. Да, даже простите, это гумэн. Это как по-английски разница sorry и excuse me. Sorry, это I'm so sorry, это гумэн-насай.
excuse me. Толкнул человека и идешь дальше. Можно заодно сказать excuse me. Нет, если толкнул, тоже тоже sorry. Типа. Это как у нас простите и извините. Извините, говоришь, когда собираешься доставить дискомфорт, а простите, когда уже доставил. Здесь во всех наших этих трех языках есть два слова с знаковой разницей. У нас еще есть извиняюсь. Некоторые это говорят, что так говорить нельзя, но. Да. Надо как-то извините. Мне нравится такой вариант. Мне кажется, это какое-то немножко смешное слово. Извиняюсь. Ну, вроде как. Я доставил вам неудобства, и я это осознаю, так что до свидания и не беспокойтесь больше об этом. Не, если что так говорит, то у некоторых слов в других двух языках тоже есть. Например, go man nasai или go man просто. Вроде как я признаю свою ошибку и не отвлекайтесь на это. А это мне кажется то же самое, что извините, просто. Просто форма как-то более. Информальный, еще более информальный. У них есть какой-то мох, который растет всюду. И даже когда они строят плитку вдоль дороги кладут. Эта плитка сразу покрывается этой зеленью. Вот приятно такие места находить, а? Случайно. Да, это так, покрывается. Специально так делают, наверное. Да им, по-моему, достаточно просто положить камень. И скоро этот камень зазеленеет. А камера снимает? Да. Нам еще далеко идти, пойдем? Да. Тут тепло. Да, здорово. Да. Наверное, это конец береговой линии. Ну, такой обустроенный. Ну, слава богу.
Это лестница вела на этот мост. Я тоже так думаю. Я раз кто-то живет. Я чуть не упал. Я бы назад пошел. Да. Туда, где была лестница и кафе. Да.